Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая договорилась с федеральным руководством Почты России о переезде Петропавловского почтового отделения из аварийного дома по адресу Комсомольская, 14, в здание на Лермонтова, 18, после того, как там будет сделан ремонт. Исходя из того, что город пока не дал ответа по готовности с финансирования, в любом случае, мною достигнута договоренность с Акимовым о том, что в качестве исключения Почта России готова это почтовое отделение за счет собственных ресурсов отремонтировать и привести в идеальное, что называется, состояние. Почтовое отделение в районе СРВ, несмотря на будний день, очередь. Недавно здесь пришлось закрыть несколько помещений из-за канализации. Коммуникации в старом доме давно пришли в негодность. Мешает и ливневая система. Каждую весну и осень отделение затапливает. Кстати, жилой дом, в котором находится почта, по адресу Комсомольская, 14, в прошлом году признан аварийным и подлежит расселению. Переезжать придется и почте. Для размещения отделения почтовой связи есть целый ряд требований. Это и наличие доступа к доставочным участкам, наличие дистанции для того, чтобы мы могли обслуживать наших клиентов. Мы не можем уехать далеко, мы не можем уехать в маленькое помещение или расположенное на верхних этажах зданий. Новое помещение, как один из вариантов размещения почтового отделения номер 30, находится недалеко, на Лермонтова, 18, в отремонтированном жилом доме. Правительство края по поручению Ирины Яровой будет держать переезд на контроле. Ольга Семенова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».